Всем привет, дорогие друзья, с вами Некрос, и сегодня мы играем в Duck Game за утку Маффет. Утка-паук. Или паутка. Паутка. Да, ну, первый раунд, конечно, неудачный. И у нас побеждает утка с лазерным оружием. Итак, утка Маффет, я думаю, должна... Тактика. Так, а что тут делать-то надо? Что происходит вообще? Где Маффет? Почему? Я больше не Маффет? Что за ерунда? О, ребята. Я, кажется, понял. Кто первый доберется до... Кто первый доберется... Так, у меня цветочки есть, неплохо. До оружия, а то ты... Я почти добрался. Но знаете, что я вам скажу? Кажется, я не совсем понимаю, как правильно спрыгивать с платформ. Давай, ну. Так, тихо. Слушайте, ну сегодня я, по-моему, нарвался на жестких ребят. Так, вот сегодня... О. А как же мне до него добраться-то? Так, до этого я добрался, теперь этот остался. Иди сюда. Опа. Ну давай. Кто будет терпеливее? Иди сюда. Чё, я попасть-то в него не могу? Что за ерунда? Иди сюда. Моя тактика работает. Да. Он просто не вытерпел так долго. Тихо. Ой-ой-ой. Что за дела? Я застрял. Вечно тут какие-то приколюхи. Некогда разговаривать. Это битва. Это очень мощная битва. Отлично. Итак, продолжаем играть, но уже на другом сервере. Ну, так получилось. О! Тима-турель. В смысле? Ой-ой-ой-ой-ой. Меня выкинут сейчас. Ну, здесь смотрите, как получилось. Получилось так, что у меня просто патроны кончились. Выкидывать, кстати, из арены не обязательно. Если лед, ледяная утка упадет на шипы, то она погибнет. Вот это красиво, да. О, ребята. Это будет сложно. Они сами друг друга поубивают. Ну, в общем, не выиграл никто. Я так понимаю. Или нет? Непонятно. Ой-ой-ой-ой. Так. А, то есть, может быть, вот так, да? Воу-воу-воу. Тихо. Есть! Вот это прицельно просто у меня. Маффет знает толк в гранатометах. Воу-воу-воу, тихо. Он стрелять-то может? Я что-то не уверен в этом. Тихо, дружище. О, я не попал? Я думал, я попал в него. Он меня выкинул. Из-за дыма ничего. Ой-ой-ой. Но тут сложно. Сейчас он нас всех поубивает.
Тут кто первый этот супер-мега-пистолет получит, тот и побеждает. И под мегалованию. Так, ну здесь у меня получилось. Ой-ой-ой. Он в меня камнем попал. Он в меня попал камнем. Что они делают? Что происходит? Этот вроде бы еще не выигрывал. Так, ну... Ну здесь мне нужны доспехи. Доспехи нужны. Они сами друг друга убьют или мне вмешаться? А, нет! Я не заметил эту гранату, но это была битва, конечно, жесткая, это видно. Так, тихо. Хороший пистолет. О, это был мой удар явно. А как же мне попасть-то в него? Не попасть в него будет. Ну, почти. Но здесь, на самом деле, только терпеливый побеждает. Ага, здесь мне нужно взять... Воу-воу-воу. Вот здесь опасно. Очень опасно. Нужна вода, чтобы их... зажечь. О, я могу сам себя так убить. А что же... А, один зажегся. Все, тихо, тихо. Один зажегся, второй остался. Хост вышел. Кажется, нам нужно начать битву заново. Ну что ж, поехали. О! Тихо. Опа! Так, а этот не работает. Что делать-то? Что мне делать? Я же нажал! Я же должен был выстрелить! Ну, извините. Снайперская винтовка... У магической утки. И явно патрон из снайперской винтовки долетит быстрее, чем ракета из самолета из-за этого. А здесь вот... Да... Опа! Я не знал, что можно... Он поскользнулся на банане и выронил... красиво. И даже в голову не получил. А, то есть это еще не все. Вот, смотрите, как играют настоящие крутые игроки. Так, а это что такое? Воу-воу! А как мне... Тихо. Началось, да? Хо-хо-хо! Вот это... А второй как умер, я не заметил. Я победил! Неплохо! Надеваем. А, окей. О! Так еще никто не делал. Как можно было кинуть... Как он вообще попал? Я такого тоже не видел никогда. Ну а теперь я примерно знаю, что делать, если на тебя бежит Андайн с копьем. Ну то есть он уже никак обратно не залезет, я так понял. И он это тоже понимает. Опа! Украли маффит. Иди сюда! А, в смысле. Чё-то как-то этот топор не попадает. Красиво, вот это красиво. Как можно... Ясно. Я понял. Я никогда его не успеваю забирать, я не знаю почему. Может быть, нужно зажать кнопку вниз и прыгать? Наверное, так. Выйду-ка я. Сами все сделают. Да. Они все сделают сами. Оп, мое. Отдай. О, мое. Ну что такое? Ну что они делают?
Какие ключи? О чем вы? Дай. Ну что вы наделали? Что вы наделали? Что вы наделали? Всех. Я слушал Гастера. О, кто не успел, тот не успел. Я понял. А там был замок. Надо было взять пистолет сверху. Что-то как-то сложненько пошло. На, вот так. Иди. О! Воу-воу-воу! Как мне открыть-то теперь? А! Давай, давай! Куда, куда лететь? Все, меня выбросит сейчас! Нет, нет, нет! Иди сюда! Все, выбросит. Выбросит меня! Иди! Иди отсюда! Иди отсюда! Ну! Есть! О, блин! Вот это да! Вот это жесть! Вот это жестко! Так, куда идти? Ого, вот эта штука! О! Я тебя тоже сожгу! Иди сюда! Ну, надо же, умер от огня и никого не забрал. Ну, пушка папайруса, она ничего не сделает, дальше, как понимать. Что это? Огненная пушка папайруса? О, парень умеет стрелять в воздухе. Эту утку нужно бояться. Тут все в огне вообще. Жесть, вы видели, как он стрельнул? Это вообще нереально круто. Так уметь стрелять. Круто вообще. А ну! Ну я понял, да. Как обычно, тактика... Не подходи, все будет нормально. Ну что, друзья, я думаю, что на сегодня все. Давайте посмотрим, как я в этом матче. Ну, второе место, в принципе. Все на этом, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и увидимся в следующих видео. Всем пока!